Региональный оператор взял на себя ответственность вывести их утилизовать, но, как мы наблюдали, ни в одном дворе, ни на одном поле это обещание не было выполнено. Поэтому мы своими силами все, что могли, собрали и привезли к офису регионального оператора для облегчения работы. Может быть, тогда они поймут и начнут действовать. Подряд Серегу пилит жена. Давно убила, да спасибо, не вооружена. Один и тот же вопрос, один и тот же ответ. Сергей, ты вынес елку, блин? Нет, она не пахнет и не радует полгода уже. Она стоит на месте телека, а он в гараже. По всей квартире иголки, кот гадит мишурой. Ну, вынеси елку, боже мой, Серега, вынеси елку. Вынеси елку, Серега, вынеси елку. Серега, вынеси елку. Серега, вынеси. Мешала с самого января, пока не вспыхнула в июле синим пламенем горя. Пылает елка в углу, на всю квартиру дымит, и только дети были рады. Елочка горит. Когда пожарные примчались на подмогу ему, семья металась по квартире, задыхаясь в дыму. Соседи громко матерились со всех этажей. Серега, вынеси елку-то уже. Серега, вынеси елку. Вынеси елку. Серега, вынеси елку. Серега, вынеси елку. Серега, вынеси. Серегины пришли отмечать. Супруга, выглянув в окно, решила не открывать. Они стоят во дворе и дышат паром в кулак. В глазах застыл немой вопрос. А что-то как-то не так. У них шампанское, петарды и в карманах винегрет. И вроде все хорошо, да только праздника нет. А на часах без пяти уже почти Новый год. Серега, а вынеси елку. Вот. Серега, вынеси елку. Вынеси елку. Серега, вынеси елку. Вынеси елку. Серега, вынеси елку. Серега, вынеси. Серега, вынеси елку. Вынеси елку. Серега, вынеси елку. Вынеси елку. Серега, вынеси елку. Серега, вынеси. Торжественное открытие аллеи позора регионального оператора объявляю открытым.